Добрый день, наши милые зрители! Интернет-магазин «Серебряная птица» вновь рад увидеться с вами в новом видеообзоре серебряных украшений. Что же приготовили для нас мастера-ювелиры Красной Пресни? Сейчас мы с вами это узнаем. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы в покрытии радирования либо золочения. На серьгах в покрытии радирования вставка искусственный агат черный, а на серьгах в золочении искусственный янтарь. Легкая модель серег, которая будет универсально смотреться в сочетании с уютным осенним образом. Будет ли это теплый свитер с высоким горлом или кардиган на запах? Эти серьги подчеркнут вашу грацию и элегантность, что бы вы ни выбрали. Паспортный вес изделий около 5 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Вставка на изделиях фианит и искусственный агат. Поздней осенью так хочется ярких красок, и интернет-магазин «Серебряная птица» готов вам их преподнести. Оцените насыщенный зеленый цвет вставки, который так изящно украшает дорожка из аккуратных маленьких фианитов. Заказывайте этот комплект на нашем сайте jumagazine.ru. А для этого переходите по ссылкам в описании к видео. Паспортный вес серег около 7 грамм, паспортный вес кольца 4,10 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и с вставкой из искусственного нефрита. Вот уже более приглушенный нефритовый зеленый цвет вставки для ценителей спокойных тонов, не таких ярких вставок. Обратите внимание, какой текстурный камень внутри. При огранке кабошон это очень хорошо видно. А также посмотрите, какое ажурное кольцо с филигранным узором. Согласитесь, это стоящее украшение для вашей коллекции. Паспортный вес серег 15,2 грамма, кольца 8,8 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии радирования, без вставок. Не хочется вставок и ажурных линий? Минимализм всегда в тренде. Именно для поклонниц этого стиля в нашем интернет-магазине есть вот такой комплект. Никаких лишних деталей, только абсолютно гладкие серьги с английским замочком и гладкое широкое кольцо. Задавайте модные тенденции и не стесняйтесь выражать себя. Параметры изделий. Паспортный вес серег 3,9 грамма, кольца 5,4 грамма.
серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения и вставкой из искусственного малахита. С приходом холодного сезона мы все чаще носим перчатки и варежки, защищая нежную кожу рук от мороза. Но при этом не стоит отказывать себе в использовании объемных украшений и аксессуаров. Вот такие изделия могут разнообразить ваш наряд и при этом будут удобны для ношения круглый год. Паспортный вес серег 6 грамм, кольца 6,1 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на изделиях – голубой искусственный агат. Посмотрите, какое роскошное, поистине царское кольцо мы для вас приготовили. Какая оправа и вставка цвета ясного неба в морозный день. К такому кольцу прекрасно подходят вот такие серьги, которые повторяют общий дизайн украшения. И вместе комплект будет выглядеть просто превосходно. Заказать украшение можно на сайте нашего интернет-магазина. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Параметры изделий. Паспортный вес серег 9 грамм, кольца 6,6 грамма. Броши из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и золочения. Вставка на изделиях – ювелирное стекло прециоза собственной огранки. Есть у нас тут любители сов. Эти великолепные броши точно для вас. Посмотрите, какие крупные и яркие. А какая изумительная огранка у вставки. Скорее заказывайте эти великолепные аксессуары и будьте оригинальны и очаровательны. Паспортный вес каждой броши около 17 грамм. Серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения либо родирования, без вставок. И вновь минималистичная модель в геометрическом дизайне, на этот раз серьги-ромбы. Покрытие можно выбрать на ваш вкус. Заказывайте изделия на нашем сайте jumagazine.ru. Паспортный вес серег 5,5 грамма. Подвески из серебра 925 пробы с вставкой из культивированного жемчуга и фианита. Первая снежинка или сияющая звезда. Пусть эта модель подвески будет для вас тем, чем вы пожелаете. Главное – это то, что она будет отражать ваш неповторимый стиль и радовать ваши глаза. Выбирайте вариант покрытия, золочения или оксидирования. И заказывайте себе аксессуары по настроению. Паспортный вес подвески – 2,1 грамма. Подвески в серебре 925 пробы с вставкой из фианита. Посмотрите, на одной подвеске в покрытии оксидирования присутствуют элементы выборочного золочения, а на другой подвеске в покрытии золочения элементы выборочного родирования.
В этой модели уже нет сомнений. Прекрасное солнце, которое может стать как вашим талисманом, так и просто согревать своим видом в холодные дни. Берегите тепло в себе и дарите его тем, кто рядом. А с украшениями от серебряной птицы делать это еще приятнее. Паспортный вес подвески около 4 грамм. И вновь подвески из серебра 925 пробы. Вставка фианит. Миниатюрные, просто фантастической красоты подвески-капельки. В покрытии оксидирования и золочения. Оцените великолепную огранку фианита. Как переливается и сверкает эта вставка. Присмотритесь к этой подвеске. Мы уверены, она не оставит вас равнодушными. Паспортный вес изделия 2,5 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения и в варианте без покрытия. Вставка на изделиях – имитация жемчуга и ювелирное стекло прециоза. В дополнение к брошам в виде сов можно приобрести и вот такие милые серьги. Мы уверены, что их особенно оценят наши юные покупательницы, потому что они как раз очень им подойдут. Французский замочек и прекрасные голубые глазки очаровательных созданий делают эти серьги очень милым аксессуаром и подарком. Паспортный вес изделий 2,2 грамма. Серьги из серебра 925 пробы вставкой фианитом. Покрытие изделий – золочение либо родирование. Если вы хотите сделать только акцент на украшение в вашем образе, то рекомендуем выбрать вот такие аккуратные и минималистичные серьги. Они создадут отличный тандем с любой вашей одеждой и при этом не перетянут на себя все внимание, а только добавят легкий акцент к целому образу и блеск вашим глазам. Выбирайте покрытие и заказывайте их на нашем сайте, перейдя по ссылкам в описании к видео. Паспортный вес серёг 1,9 грамм. Цепи из серебра 925 пробы в покрытии золочения или родирования. Посмотрите, какое интересное плетение создали мастера Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Такое плетение можно дополнить подвеской или кулоном, а можно и носить само по себе без дополнений. Ведь такая цепь вполне самодостаточный аксессуар. Паспортный вес цепей около 17,5 грамм. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы.
без покрытия, в покрытии золочения и в покрытии оксидирования. Роскошные серьги в трех вариантах покрытия. Мы уверены, что в этом украшении вполне можно встречать даже Новый год. Так шикарно будут смотреться эти серьги с вечерним праздничным платьем или костюмом. Ювелиры Красной Пресни учли, пожалуй, все пожелания наших постоянных покупательниц. Английский замочек, прекрасные филигранные узоры, миниатюрный сверкающий фианит и целых три варианта покрытия на ваш выбор. Все это специально для того, чтобы каждая из вас нашла то, что давно хотела. Паспортный вес серег 14,10 грамм. На этом наш видеообзор завершен. Спасибо вам большое за внимание и добрые комментарии к нашим видеороликам. Мы будем рады видеть вас на нашем сайте jewmagazine.ru и в наших дружных группах в социальных сетях. До встречи в новых видеороликах!